Всем привет! С вами Каминари. И сегодня у нас весьма необычный обзор на микроскоп от известного бренда Andon Star, на котором мы посмотрим, как же выглядит знаменитая обмотка струн эликсир и много других предметов. Пока идет распаковка, вы можете видеть, что входит в комплект поставки. После распаковки и сборки микроскопа мы посмотрим разные предметы под большим увеличением и оценим качество микроскопа. Поэтому, кому интересны только тесты, сразу перематывайте видео на несколько минут вперед. У меня модель ADSM-201 с 3-дюймовым дисплеем и разъемом для карты памяти, которая не включена в посылку, что позволяет делать фото и записывать видео в Full HD качестве даже без подключения к компьютеру. У данной модели микроскопа 300-кратное увеличение с дополнительным 4-кратным цифровым зумом и разъем HDMI для подключения к монитору или телевизору для удобного просмотра на большом экране. Сам микроскоп позиционируется как помощник для тех, кто любит паять, а также как познавательная игрушка для детей. А если вы захотите приобрести микроскоп, но по каким-то причинам конкретно эта модель вам не понравится, то в официальном магазине Andon Star вы найдете достаточно много различных вариантов с разной стоимостью, дизайном, размером дисплея, наличием пульта управления и другими отличиями. Сейчас будет сборка микроскопа под музыку, а кому не интересно, может перемотать 1,5 минуты до тестов. Ну что ж, давайте переходить к тестам. А для начала посмотрим самый обычный зеленый листочек. Кладем его в поле зрения объектива, настраиваем свет и фокусировку. Слева на мониторе микроскопа находятся кнопки цифрового зума. Можно увеличивать в 4 раза. Теперь посмотрим миниатюрный цветочек ромашки. Возможно, это и другой цветок, я в них не сильно разбираюсь. Казалось бы, серединка цветка буквально 0,5 сантиметра, а при увеличении мы отчетливо видим какое-то насекомое. На очереди у нас веточка ели. Вроде бы ничего необычного, но при увеличении очень сильно похоже на растение алоэ. Теперь еще один цветочек, название которого я, конечно же, не знаю, но это не помешает насладиться его красотой. Вы только посмотрите на его серединку. Такое ощущение, что это или лимоны, или бананы. Качественные линзы микроскопа идеально передают всю красоту. Давайте быстренько посмотрим медиатор под увеличением. Здесь ничего особенного не наблюдаем. А вот теперь новые цветные струны. Вот это уже интересно. Под большим увеличением выглядят как какие-то металлические тросы. Тут ничего интересного, просто нож-кредитка, которым распаковывал посылку. Под увеличением хорошо читать мелкие надписи. Неплохая замена увеличительному стеклу. Идем дальше. Китайская карманная игровая приставка. К сожалению, тоже ничего интересного, но мы видим, какой чистый
чистый пластик у китайцев. А кнопочка красивая. И вот мы добрались до струн эликсир. Для начала посмотрим на старые струны. Я играл на них минимум полгода, а может и целый год. Присмотритесь к краям струны, на них все еще видно знаменитое антикоррозийное нано-покрытие. Кстати, на китайских подделках эликсира такого покрытия нет, и звучат они хуже даже цветных струн за доллар. А вот и кончик струны, выглядит как какой-то оборванный провод, а по бокам от него очень хорошо видна эта самая нано-пленочка. Без увеличения ее вряд ли удастся разглядеть. Теперь посмотрим на микроорбизы, размер которых всего 1 мм. Это такие шарики, которые впитывают в себя воду и увеличиваются многократно в размерах. Примерно как мы и видим при увеличении. Переходим к серебряной цепочке с крестиком, материал которого не знаю. Скажу только, что этой подвеске уже более 10 лет, так что будет интересно посмотреть, что же с ней произошло за эти годы. Да, время не пощадило металл. А цепь как будто якорная. Но если увеличить цифровым зумом в 4 раза, то видны даже какие-то металлические нити. Монетка. Если не ошибаюсь, то это 2 гривны. Здесь ничего необычного, просто показываю возможности микроскопа на разных предметах для более цельной картины. Как по мне, так качество картинки просто превосходное. Записывает видео 30 кадров в секунду на Full HD качестве. И финалочка. Новые фосфор-бронза струны эликсир. Только из упаковки. Здесь пленочку видно даже при обычном 300-кратном увеличении. Но давайте увеличим еще в 4 раза, что даст нам увеличение в 1200 раз. Мы видим, что пленка начинается не от самого основания струны. А сейчас видна граница, где начинается нано-покрытие на шестой струне. На этом у меня пока все. Если понравилась данная рубрика и вы хотите продолжение, то пишите в комментарии, какие предметы хотели бы увидеть под микроскопом. А если вы тоже захотели приобрести какой-то из микроскопов от компании Andenstar, то в описании и в закрепленном комментарии я оставлю ссылочку на официальный магазин. До встречи в новых видео. Пока!